Шестиугольник. Можно ли его построить было быстрее? Ну, давайте посмотрим. Наш шестиугольник быстрее. Позвольте красный карандаш и зеленый. Да. Когда мы с вами проводили линию дополнительную в наших построениях, вот она, помните, наша была биссектриса, то она пересеклась с осями симметрии. Увидели? Таким образом, когда мы делали первое построение, мы получили две точки. Две точки пересечения. Поэтому могли бы сделать только вот на этих двух линиях. Сейчас построим. Берем квадрат, проделаем те же самые операции, сгибаем пополам. Еще раз пополам. Проводим ось симметрии. Проводим ось симметрии. Сгибаем. Разворачиваем. Теперь мы получили, видите, эти точки у нас, вершины шестиугольника уже имеются. Здесь у нас сторона пересеклась, точка пересечения одна точка, а соответственно ее ось симметрии этого нашего шестиугольника в другой точке. Теперь нам остается только разогнуть и сложить по этим двум точкам прочертить прямую. И здесь прямую. И здесь. Так, пошли обходить. Так. Вот у нас получился правильный шестиугольник.